Здравствуйте! Компания Брик Плюс уже более 10 лет занимается производством и оптовой продажей часов, метеостанций, штурвалов, якорей со встроенными бытовыми приборами, барометром, гигрометром, термометром в корпусах из массива дерева. Все это является отличным подарком к празднику и прекрасным украшением вашего интерьера. Часы служат для определения текущего времени суток. В наших изделиях установлены приборы немецких фирм, которые отличаются высокой точностью. Установка текущего времени осуществляется путем вращения колесика с тыльной стороны часов по ходу часовой стрелки. Вращение против хода часовой стрелки и непосредственно за минутную стрелку недопустим и может привести к порче часов. Если вы заметили, что часы стали отставать по времени, то необходимо провести замену батарейки размерностью в 2А. Барометр служит для измерения атмосферного давления. В наших изделиях используются барометры анероидного типа. Черная стрелка показывает текущее состояние давления. Для более точного определения положения стрелки необходимо легко постучать по стеклу. Наблюдение за изменением давления происходит при помощи золотой стрелки, которая вручную выставляется на текущее давление. Таким образом, при изменении давления можно узнать, в какую сторону и насколько изменилось атмосферное давление. Если стрелка отклонилась вправо, то давление увеличилось и возможно улучшение погоды. А если стрелка отклонилась влево, то давление снижается, возможно ухудшение погоды. Все наши приборы откалиброваны на давление, характерно для большей части Центральной России и Поволжья, поэтому дополнительные регулировки не требуются. Если у вас возникли сомнения в точности прибора, то необходимо узнать атмосферное давление вашего населенного пункта. Для этого можно позвонить в местную метеослужбу или посмотреть на сайтах погоды в интернете. В наших изделиях установлены бытовые приборы, поэтому небольшая погрешность в показаниях допустима и не является неисправностью прибора. Регулировка осуществляется путем вращения винта, расположенного с обратной стороны барометра. Гигрометр служит для измерения относительной влажности в процентах. Проверить правильность показаний гигрометра можно путем помещения прибора во влажную ткань на 25-40 минут, после чего гигрометр должен показывать 96-98%. Если повышение влажности не произошло, необходимо произвести регулировку прибора путем вращения винта, расположенного с обратной стороны, и повторно провести проверку. Термометр служит для измерения температуры в помещении. Рассчитан на диапазон температур градусов Цельсия. Дополнительных регулировок не требует. Доступ ко всем регулировочным винтам можно получить, повернув изделие тыльной стороной к себе. Если они закрыты корпусом, то прибор легко извлечь из корпуса, потянув его на себя.